У Беларуси проходит международная факельная эстафета «Бег миру». Эта эстафета сябруства, узаеморазумения и одинства. Идея была реализована 30 год тому Организацией Объединенных Наций. За этот час «Бег миру» побывал у каждом кутку планеты. Все лето он стартовал у Ирландии больше 2 месяцев тому, а финишуя 8 липня у Минску. Подчас вандровки удельники наведают дитячие оздоровленчие лагеры. Одним из них стал родник у Шкловском районе. Дети скористались махчимостью докрануться до факелу миру. Всегда чувствуешь внутренний подъем, и это заразительно, когда, недаром же ученые доказали, что мысли материальны, и когда мы думаем позитивно, настроены позитивно и несем эту теплую, добрую эмоцию другим людям, они также взамен нам дарят эти теплые, чистые эмоции, что, собственно говоря, от факела из рук в руки передается.